она. Еще шумит. Судьба. Как же мне жить теперь? Вернусь домой. Как выгляну в окно, там серый забор. Длинный серый забор. С гвоздями. Тяжело. Это пройдет.
идет. Да-да, вы правы. Это пройдет. Это должно пройти. Должно. Буквально покорил всех. Ты играл с большим чувством. Как дела газетные? Писать нечем. Случилось бы что-нибудь особенное. Эдакое зашибательное. Что-нибудь мерзейшее. Распереподлое. Такое, чтобы черти с перепугу передохли. Да, любишь ты широко глядеть.
Фонарики, сударики, горяки, горяки, горяки. Что видели, что слышали, про то не говорять. Что видели, что слышали, про то не говорять. Буфетчик, чтоб уважиться, мальчишка приказал. Вот днем все по делам, а ночью по вертепам путаюсь. Ну, у тебя тайны есть? У каждого из нас есть своя личная жизнь. Должны быть и свои тайны, поэтому. Но в вас ответа не встречаю. Забыть хочу, но не могу. И тихо сердцем изнываю. Забыть вас я судьбу молю, но не могу. Алексей Семенович, помните этим летом в Ялте? Ничего я не помню. Ролан, Рамзес, thank you.
Здравствуйте. Уезжайте сейчас. Заклинаю вас всем святым, умоляю. Сюда идут. Вы должны уехать. Слышите, Дмитрий Дмитриевич? Я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива. Я и теперь несчастна. И никогда, никогда не буду счастлива. Никогда. Но не заставляйте же меня страдать еще больше. Клянусь, я приеду к вам в Москву. А теперь расстанемся. Мой добрый, милый, дорогой мой. Расстанемся. Передал, как приказались. Гуров! Ты меня простил? Ты душа. А я скверный человек. Гадина. Ведь все за мои деньги. И серебряный самовар. Все это нужно для фирмы. Ты поймешь, для репутации нужно. Репутация важна.
придумаем. Мы придумаем.